На протяжении многих лет пионерская городская организация «Союза сияющие звезды» совместно с Саровской дивизией проводят экскурсии для школьников. В этом году программа началась с выступления военного оркестра. На смену музыкантам пришли кинологи, которые продемонстрировали способности служебных овчарок. Собаки задерживали преступника, искали так называемые закладки и выполняли трюки. Акция «Армейский городок» уже стала доброй традицией. Взаимодействие пионеров и дивизии было всегда. В разных формах оно было. И обычно мы приходим на территорию дивизии с ребятами 4-5 классов. Это те, кто только недавно вступили в ряды пионерских организаций своих школ и хотят посмотреть накануне 23 февраля, как живут военнослужащие. Раньше, когда было много контрактников, еще в казармы ходили, с солдатами-срочниками общались. Сейчас программа такая более универсальная, я бы сказала. Знакомство детей с Росгвардией продолжилось праздничным концертом и показательным выступлением спецназа. Юным гостям войсковой части удалось увидеть и даже подержать в руках образцы вооружения, примерить на себя бронежилет и противогаз, пообщаться через рации, попробовать армейскую кухню и посидеть за рулем боевой техники. В восторге остались и мальчики, и девочки. Понравилось то, что танцевали здесь, показывали представления, как вот рукопашный бой воевали там. Показывали приемы. Масса впечатлений, много эмоций. Здесь очень интересно и очень доступно объясняют. Уникальную возможность посмотреть на жизнь военнослужащих изнутри Саровская дивизия также предоставляет дошкольникам и студентам в рамках всероссийской акции «Неделя мужества». Ее реализуют по всей стране под лозунгом «Служу России, служу Росгвардии». Патриотические акции, уроки мужества, военные городки. Это уже стало традицией, заложенной уже многими веками, годами, можно сказать. Поэтому для наших школьников на базе в войсковых частях мы хотим показать им это наше новейшее вооружение, дух русского оружия, образцы нового вооружения военной техники, ознакомить их с бытом военнослужащих, где они проживают, как питаются, показать им, что они умеют делать за время прохождения службы, учились. Одно из главных направлений работы «Союза сияющие звезды» и российского движения школьников – военно-патриотическое воспитание. Юные гости каждый год готовят подарки для военнослужащих, открытки для солдат, сладкие подарки и поделки, чтобы в преддверии 23 февраля поблагодарить тех, кто стоит на защите нашей Родины. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».